Приветствую. Вчера официально уже вышла 12-я серия. Да, ни в каких интернетиках, а абсолютно легально на канале Fox, после чего я могу безо всяких опасений ее обсуждать, что мне оказалось логичным и правильным, а что не очень. Главный вопрос, повисший в воздухе после серии: а убил бы Ниган Альфу, согласись она не убивать Лидию? Зажили бы они потом нормальной семьей, о которой, вероятно, Ниган всегда мечтал. Правда ли, что Альфа так сильно запала в его душу, что он готов ей был простить и колья, и хилтоп, и даже пойти на новые условия жизни для него самого? Скитальчество с мертвецами, сбор шкур и сон на сырой земле. Правда ли, что Ниган настолько, скажем прямо, тронулся головой, что полностью сменил свои приоритеты после отсидки в тюрьме Рика, и комфорт, который сам создал когда-то святилище, теперь стал бы для него чуждым? Анжела Канг попыталась ответить на эти вопросы после серии сайту Entertainment Weekly. Она наговорила многое, поэтому стоит проанализировать, мне кажется. Итак, Канг очень нравится весь кейс отношений Нигана и Альфы в комиксе, но ей его финал хотелось сделать спустя некоторую историю, которая не была, по ее мнению, в комиксе. Прежде всего, через дочь Альфы Лидию и подвязать сюда зачем-то переживания Кэрол. Нам очень понравилась идея сделать это в середине второй половины сезона, а не в финале. Мне казалось, что у Альфы была такая эпическая эмоциональная история с дочерью, и поэтому мы очень хотели добраться до того места ее истории, где бы она согласилась со своей болезненной идеей убить таки Лидию. И затем со стороны Нигана мы спросили себя, что такое край для него? И мы знаем, что Ниган действительно искренне заботится о детях. В комиксе он был учителем до начала апокалипсиса, и мы поэтому показали, как развивались его отношения с Лидией. И только тот факт, что Альфа готова была на это пойти и убить всех, о ком заботилась, сжечь все мосты, я убью в себе все, что касается философии родного ребенка, это действительно краеугольно для Нигана. Это уже красная черта, которую он не может пересечь. Я думаю, что в Альфе есть много чего интересного для него. Очевидно, что его тянет к действительно сильным людям, как и он. Но мы чувствовали, что чтобы получить наиболее удовлетворительную версию этого, мы должны сделать сложным для него этот поступок. Ощущаете, что здесь Канг очень мягко, но все же съязвила в сторону версии Киркмана отношений Альфа-Ниган? Она считает их там, но какими-то не раскрывшимися, и решение Нигана убить Альфу скорее прагматичным, нежели сложным для себя. Но вернемся к прямой речи Канг. Вот как мы работали над созданием всего этого. Мы очень хотели показать этот конфликт между Альфой, Ниганом и Лидией, можно сказать, буквально в режиме реального времени. Казалось, будто она готова уже убить свою дочь. Это в то же время почти как испытание для нее от Нигана. И она в итоге не проходит его. Поэтому он вынужден сделать то, что сделал в этот момент. То есть Канг почти прямо говорит, что Ниган сжалился бы над Альфой и принял ее уклад. Откажись она тогда от убийства дочери, и он остался бы с ней львом во главе Прайда. Канг уточняет: исходя из того, что в этой комбинации участвует еще и Кэрол, у них явно был план. И мы рассмотрим его в следующих сериях. Но Ниган есть Ниган, и вы на самом деле думали, что его можно проконтролировать? И для меня всегда важно, чтобы этот персонаж был верен сам себе. Ниган в корне своем большой эгоист. Я думаю, что он тот, кто пытался искупить себя, и в этом есть его грань, которая интересна мне, потому что она то и дело может склонить его в так называемую серую зону. Кто он? Он герой, он антигерой, он и вашим, и нашим. Ниган все еще в пути, в собственных попытках искупить себя. И поэтому у Альфы есть то, чего ему так не хватало все эти годы, пока он был в тюряшке. Уважение. Уважение к бывшему зэку, который собирал помидоры и хотел быть чем-то большим. В этом есть действительно что-то манящее для кого-то вроде Нигана. Поэтому мы хотели вложить в него что-то большее, какой-то более сложный слой перед его окончательным решением с Альфой. То есть Ниган в сериале для Канг более сложный, если так можно выразиться, нерешительный персонаж, чем в комиксе. Он неплохой, нехороший, он в так называемой серой зоне. Он прежде всего Ниган, и у него есть соблазн стать иногда тем, кем он был раньше. И Альфа со своим уважением дала ему хоть немного этого, потому что ранее он этого давно не видел и готов был пойти с ней до конца.
Но вот, блин, Лидия-то и вперлась вдруг промеж них. Видимо, Нигана не беспокоила жестокость Альфы и ее фривольное отношение к ресурсам. Люди – это ресурс. Но не в случае с Альфой и Ниганом. Ниган готов простить войну, а не преклонение колена. При этом Канг в том же интервью пообещала еще больше раскрыть подробности плана Нигана и Кэрол в будущем. Другими словами, Канг дает понять, что на этом их сотрудничество не закончится. Наверняка у Кэрол будут вопросы по поводу перекрытых дорог. И более того, Нигану теперь также точно не светит доверие других членов Александрии. Скорее всего, его, конечно, как и в комиксе, все же смогут взять воевать с шепчущимися, но лишь потому, что он сам теперь там кровный враг Беты, так как убил его патроншу, и по большому счету для групп сейчас он будет только расходным материалом на войне. Но в то же самое время, я буквально жажду увидеть, как в будущих сериях Ниган объяснит свой проступок той же Лидии и Дэрилу. Дэрил наверняка здесь возьмет на себя весь негатив Дуайта из комикса на Нигана, а Кэрол, как там Рик, его убедит, что сейчас после крушения Хиллтопа из боевых сил особо не приходится выбирать, и даже Ниган сейчас сгодится. В интервью Канг она также рассказала и про Гамму, которая лично мне в этой серии очень понравилась. И ее мне действительно жаль, так как реально сильных актрис на проекте остается мало. Для Анжелы Канг же жертва Мэри изначально предполагалась трагичной, потому что ей выпала сложная роль двойного агента в шпионской игре. Бета действительно грозный противник, и если вы идете ему наперекор, это может привести к последствиям. Я думаю, что это тоже важная часть истории, и Гамма была обречена с двух концов своей линии. Что же касается моей главной претензии в случае Гаммы, того, почему Алден решил убить ее, зомбированную первой, а не Бету, Канг дала самый, на мой взгляд, банальный ответ. Я думаю, что он был в месте, где ему было просто удобнее выстрелить в Гамму, и он это сделал. Да, это избавило ее от страданий, но Бета двигается довольно быстро. И он мог почувствовать, что что-то происходит. Так что это было намерение его в любом случае. Что же касается Беты, то по обещаниям Канг мы также узнаем больше о его предыстории в будущих сериях. И это может быть не в том виде, в котором мы ожидаем. То есть, условно говоря, Бета может как-нибудь, возможно, про себя спеть песню, и его по ней все узнают. Ведь он же был когда-то знаменитым музыкантом в Америке. Спасибо, что смотрели, делитесь роликом с друзьями, подписывайтесь на канал и, конечно же, самое главное, не болейте.